Часть вопросов у меня есть в мобильном приложении, часть из них адресные, я их прямо задам по следам докладов, а потом мы посмотрим в общем и поотвечаем на общие вопросы. Так, давайте, наверное, с самого крайнего вопроса. Светлана, скажите, внедрение новой сертификации разработчиков как-то повлияло на спрос ваших услуг? Я уже зачитаю ответ. Ну да, конечно, повлияло, во-первых... Повлияло, скажем так, с двух сторон. Во-первых, мы принимаем участие, собственно, в сертификации, да, мы помогали в разработке самих экзаменов, да, и мы частично участвуем в их проверке. Поэтому, безусловно, на наш бизнес это повлияло. А с другой стороны, на спрос со стороны разработчиков повлияло не на количество запросов, а на то, что у нас спрашивают клиенты. То есть у нас сейчас, ну, каждый второй запрос, который идет на разработку, там всегда звучит, а в конце сертификат Битрикса вы выдаете? Ну, мы сертификат Битрикса, разумеется, не выдаем, да, но поможем подготовиться к этому экзамену. Угу. Ярослава, вопрос. Насколько быстро вы вышли на окупаемость, если вышли? Про М-ПРО вопрос, поскольку доклад был. Да-да-да, я понял, но... Эх, жалко, что не Саша, конечно, тут сидит. Вот, смотрите, тут такая идея, что... Это действительно такой не совсем коммерческий проект, и мы даже, собственно, запрещаем себя считать вот как бы отдельную экономику школы без учета того, что школа приводит лидов в агентство. Вот. И если с учетом того, что бесплатные мероприятия, которые не приносят деньги, приносят клиентов, а стоимость привлечения через другие каналы существенно выше, то школа начала вот с этой точки зрения в прибыль работать с первого дня. Вот. Если говорить о собственной экономике, то она вышла в плюс вот после перезапуска полтора года назад, где-то ну, через полгода примерно. Вот. И до сих пор она не демонстрирует каких-то там прибыли, оборотов, масштабов. Это все так же маленькая локальная команда, которая для ивентов снимает точечно места в городе и так далее. То есть это очень такой маленький мобильный бизнес с небольшим оборотом, делающий большое дело для рынка. И в этом его миссия. Он в плюсе без задачи коммерческой. Да. То есть кормить себя – это, собственно, единственная финансовая задача. К Василию уточняющие вопросы. Ну, во-первых, готов ли ты раскрыть маржинальность поддержки BUS и Bittrex 24? Ты вправе отвечать на вопрос, либо не отвечать на вопрос? Можем обсудить это в кулуарах, кому интересно. Да, окей, можно подойти в кулуарах автору и поинтересоваться. И второй вопрос. Расскажи, пожалуйста, про совместную поддержку больших и маленьких проектов, а конкретнее про приоритизацию разных запросов от разных проектов. Есть ограниченный ресурс, и к тебе поступает запросов больше, чем может справиться ресурс. Как ты приоритизируешь? А в этом смысле? Ну, во-первых, количество поступающих запросов мы можем... регулировать, либо включая, либо выключая те или иные источники привлечения лидов. Если вдруг так случается, что, допустим, завтра падает столько заказов, которые мы текущей командой обработать не можем, то, в общем-то, ответ прост. Либо от части заказов мы отказываемся и говорим, что мы сейчас текущими ресурсами не можем его сделать. Либо мы и параллельно пытаемся наращивать, собственно, коллектив. Это к вопросу. Но это поддержка. То есть у тебя есть на поддержке клиенты, да. Они выкупают какой-то пакет, то есть да. Это там. Да. И ты закладываешь этот ресурс да. Сразу же. Поэтому таких конфликтов нет. Если приходит человек, которого мы не можем взять, значит, мы ему говорим, к сожалению, извините, не сейчас. Это печально. Ну, хорошо, бывает. Давай усугубим немножко. У меня есть 100 часов в месяц, нас двое, я и еще конкурирующая компания. И нам вот в пятницу прям понадобилось сделать все одновременно. И мы присылаем тебе там запрос, что в пятницу, к понедельнику, там, ну, к субботе, хорошо. Нужно сделать две задачи, они конкурирующие. Поскольку разработчик не один, они успеют? То нет. Они успеют. Это параллельные абсолютно процессы. Не бывает срочной задачи, которая занимает больше, чем одного дня разработчика. Это та задача, которую нужно сделать сегодня, обязательно к завтра. Если нам сегодня, к завтра нужно запилить новый раздел, который совокупно занимает там, 50 или 100 часов разработки, то это не срочная задача. Либо можно сразу об этом сказать клиенту, что, дорогой друг, это очень здорово, что ты решил нам сегодня сообщить, что завтра тебе нужно количество часов в размере 100, и мы должны сегодня к тебе родить, но мы этого сделать не сможем, потому что надо говорить об этом заранее.
Окей, ответ понятен. К Никите пару вопросов еще. Там, да, микрофон с той стороны идет. Расскажи, пожалуйста, почему артиллерия все-таки закрылась? Вроде бы там более-менее понятно, скорее, два фактора сошлись воедино, но все-таки чуть подробнее, если. Ну, там была очень простая ситуация. Команда запускалась как бюджетная, которой будут отдаваться заказы «Нимакс», которые для нас слишком дороги. Ну, то есть у нас просто, ну, постоянно идут заказы, большинство из них отваливаются по ценовому уровню, и мы решили сделать команду, которая будет с ними работать. Но вот беда в том, что команда подобралась такая хорошая, что они довольно быстро стали делать проекты лучше, чем мы сами, и решили, что они будут, наоборот, такой элитной командой, спецназом в дизайне, подняли цены несколько раз, и все. Ну, все было в порядке, пока не пришел кризис. Опускать ценовой уровень они не захотели и просто стали, включились в базовую команду Nimax. Их вывезли из собственного офиса, привезли к нам, и все. Я прошу прощения, можно я про поддержку добавлю? Конечно. Мне кажется, что есть такой документ SLA, который регулирует отношения на поддержке, и он как раз рассказывает, кто что когда должен сделать. И какие вот правила, например, обязаны ли компании 24 часа поддерживать, сроки реакции и так далее. И это обычно все играют по этим правилам. Объем работы, который можно запросить там в ближайшее время. Да. Ну, то есть вот весь вот такой форс-мажор, он должен там сверяться с этим документом и, ну, мне кажется, так правильно. Угу. Окей. Вопрос к Светлане, но я немножко обобщу. Когда компания не оставляет несколько направлений, а оставляет одно, условно, учебный центр, преподаватели, которые обучают других программистов, должны поддерживать себя в форме. Каким образом решается эта проблема? Ну, мы можем сузить там не только до центра, если кто-то хочет добавить, то тоже говорим, что мы, например, отказались от какого-то направления, которое, в принципе, в цепочке у клиента присутствует. Мы занимаемся только разработкой, но нужен интернет-маркетинг. Вот интернет-маркетинг мы не делаем. Что в этом случае? Ну, Светлана, если коллеги. Но в нашем случае получается так, что, во-первых, не все преподаватели у нас постоянно работают в штате. То есть мы привлекаем очень часто на проведение каких-то мероприятий, каких-то курсов практикующих специалистов, которые работают где-то в других компаниях. Это первый вариант. И второй вариант, у нас остались проекты свои собственные, там, ну, какие-то результаты экспериментов, то, что мы раньше планировали, да, с изменением деятельности, плюс несколько своих ресурсов, которые мы тоже поддерживаем. Ну, то есть то, на чем повышать свою квалификацию, у нас, в общем-то, остается. И очень много слушателей приходит с запросами на индивидуальные консультации, когда, в общем-то, преподаватель для того, чтобы ответить, должен погрузиться очень подробно в технологию, и только после этого может, в общем-то, ответить на вопросы. Вот, поэтому, ну, тут нет такой сейчас проблемы. Я в Мишином вопросе услышал два вопроса. Да. Один, который был задан, а второй, который он сам как бы добавил. Вот. Первый – это, собственно, по поводу, что делать, как я его услышал, уточню просто. Что делать, если вы решили отказаться от какого-то направления, компетенция невостребованная, это вот твой вопрос. И как бы она есть, а она невостребованная, ну вот либо говорим жестко нет, либо все-таки как-то иначе, да? Да. Вот на этот вопрос интересно ответить. Одно из направлений, которое у нас не взлетело, это мобильная разработка, разработка мобильных приложений. Вот. Мы поняли, что тренд, хайп, надо делать, все делают, все побежали, я побежал. Вот. Взяли пару проектов, дальше была эпопея с выкладыванием на App Store, там длившаяся много месяцев, мы просто не знали, как это все сделать. И, ну, в общем, компетенции формировались прямо на лету. И в конечном итоге сформировались, но такой ценой, что мы на это посмотрели, сказали, короче, мы не делаем. Мы не делаем, и все. Uh-huh. Это, конечно, очень не понравилось нашему отделу продаж, потому что мы хотим сайт, мы хотим там продвижение. Продажникам проще продать комплекс, да. Да, то есть комплекс. А мы же комплексное агентство. А что это мы все делаем, а мобильное не делаем? Ну, мы агентство интернет-маркетинга. Приложение – это не интернет, значит, не делаем. И вот началось хождение, что точно-точно не делаем, а совсем, а на полшишечки тоже не делаем. Что, да? Что в итоге? Да, что в итоге мы не делаем. То есть вы то честно есть, говорите, мы не занимаемся мы этим. Мы честно, не просто честно, мы очень настойчиво, да, говорим и нашему отделу продаж, и через него клиентам, это не наш профиль, вот есть ребята классные, мы их рекомендуем, они сделают. Угу. Все, как бы это не наша компетенция, мы сфокусированы на другом. Чем делать плохо, лучше не делать никак. И вопрос по поводу развития компетенции –
первый, у меня тоже чуть-чуть что добавить. Вообще как бы вырос из проектирования, из аналитики и как-то хорошим экспертом когда-то считался в этой области. А сейчас я понимаю, что нет возможности проектировать руками. Ну, я не делаю прототипы, я не делаю информационные модели прямо сейчас для сайтов, потому что я большой директор, будь оно неладно. Да. А при этом профессиональную компетенцию хочется сохранять. И ну вот решение, которое я лично для себя нашел, заключается в том, что я продюсирую прототипы, продюсирую там аналитику. То есть я обязательно погружаюсь в проекты, локально как минимум в два одновременно я погружен, где другие ребята что-то делают, но я, соответственно, их курирую. Определенно. Кейс такой же, да, вот фактически? Фактически, да, есть, но что-то похожее. Вот, и, ну, это общая, мне кажется, практика хорошая, и в этом нет проблем. Окей, ты хотел добавить? Ну, легкая ремарка по поводу мобильных приложений. Мы сегодня все пользовались BitrixConf. Вообще-то это на стыке компетенции мобильной разработки и веба. Но мы не делаем. Да, хорошо. Я с персональных вопросов, с вашего позволения, немножко отложу их. Если успеем, мы к ним вернемся, либо в кулуарах у коллег. А теперь давайте по смыслу. Вот откуда эта идея запустить новое направление? Как она появляется? Кто первый готов, тот говорит. Что это такое? Просят клиенты очень сильно? Или там это какой-то кипиш внутри, хайповая тема? Что это такое? Я не надоел еще? Можно? Нет, ты пропусти немножечко. Не все направления, которые есть в нашей группе компаний, это 100% наше направление, и мы просто открыты для новых идей, новых предложений, и достаточно большой поток есть входящих идей, собственно, стартапов, людей с горящими глазами, которые мы рассматриваем и принимаем решение участвовать в этих стартапах или не участвовать. Вы целенаправленно это делаете? Да. Угу. Понятно. У меня есть свое личное мнение по этому поводу. Я считаю, что все такие открытия можно разделить условно на две большие группы. Первое можно назвать «Ой, а было бы круто». Это когда человека бьет идею в голову, а давайте сделаем такую-то штуку, дальше идет описание штуки, как это будет классно, после этого все бегут, что-то делают, потом это не взлетает, и все успокаиваются. По-моему, это 80% всех начинаний. А остальные 20% это, на мой взгляд, зачастую аналитика. Аналитика, ой, она тут часто спрашивает, давайте подведем, посмотрим, сколько, и, может быть, имеет смысл этим заняться. Либо, а вот мы знаем, что у конкурентов такая штука работает, давайте сделаем тоже. Ты ведешь статистику запросов по непрофильной тематике? Все рынки ведут статистику, я ничего не веду. Нет, в смысле, она, в компании систематично собирается такая информация. Да, да. Да, вы киваете головами, как само собой разумеющееся, но это не всегда само собой. Никита. Да, вот у меня немножко другой ответ на этот вопрос. Мне кажется, наши проекты, они взялись скорее от моей сумбурности, и это неправильно, потому что вот как все должно происходить? Вот компания растет, у нее есть разные варианты. Она может пытаться выгребать свою нишу, в которой она находится и в которой она профессиональна. И если говорить о веб-студиях, то рынок очень фрагментирован. Ни одна студия практически значимый процент рынка не съела. То есть на самом деле ничего не добилась в своей нише. И второй вариант – это занимать другие ниши, там ценовые диапазоны или еще что-то. То есть сегментироваться каким-то образом. И вот мне кажется, что этот вот второй путь запуска других проектов, он самый неправильный. А самый правильный – он все-таки работать в одной нише и пытаться захватить от нее какой-то значимый процент, хотя бы 5%, например. А если, конечно, у этого бизнеса нет каких-то принципиальных недостатков, которые, в принципе, мешают им заниматься. Таких, как масштабирование, например. Таких, как масштабирование, например. Да, все масштабируется в этой области. Ну, что-то легче, что-то сложнее, да. Кто-то просто не может масштабироваться больше 10 человек, но есть при этом компании, в которых сотни людей занимаются той же самой веб-разработки. То есть тут вопрос, мне кажется, просто профессиональных навыков. Ну, мы у себя, когда вот это направление как раз с обучением запускали, я прекрасно помню этот момент, когда вот было примерно, как сейчас Василий говорит, да, стукнула в голову идея, а чего бы не попробовать. Но там на самом деле была такая история, что мы набрали несколько новых человек, и как раз разработчиков, и как раз для них проводили обучение. И я поняла, что я вижу прям, как это можно все запаковать. Там как раз где-то примерно в то же время случился спик,
2010 год это был. Мы разговаривали с Аней Потаповой, я ей вот эту идею так это рассказываю. Она говорит, ну и ты будешь тогда училкой по Битриксу. Ну и у меня как-то вот это вот засело, что можно, да, действительно попробовать. Ну и вот постепенно мы вот так вырастали, развивали. Ну, всех вперед пропустил. Да, да? Молодец. А, вокруг двух типов запуска все крутится, вот Вася как задал. То есть им надо, рынок хочет, надо делать. Нам надо, нам свербит, у нас появилась идея. Мне кажется, есть еще третий тип. Мы осознали, что мы уже это сделали. Вот. И это, по-моему, самый распространенный запуск нового направления. То есть, опа, у нас тут внутри что-то родилось, и из этого надо делать направление. Ну вот есть четвертый, про который говорил Костя, это систематический поиск. Ну, там, в качестве венчурного инвестора или просто мониторинг рынка. Поиск новых креативных идей, ну, это, наверное, да, есть. Все-таки больше анализ спроса, ну, это чаще. То есть либо... Давайте, у меня есть такая... Я еще могу добавить. У нас в группе компаний есть некий драйвер, это Алексей Довжиков, который генерирует идеи. Просто вот можно его слушать часами и, да, и записывать за ним различные мысли. Продакшн. Да, production, что можно было запустить. Да. Остается только отфильтровывать и считать проекты относительно того, получатся они или нет. У меня есть такая теория, ну, принято делить людей на разные группы. Есть проектные, есть процессные. Так вот, проектные люди, им нужно что-то запускать. И когда они что-то запустили, это вышло на какой-то уровень, ты улыбаешься, Никит, да, наверное. Им, ну, скучно, что ли. Им хочется запустить что-то новое, перекинуться на другой продукт, проект. И вот от этого... Идет куча идей, генерации новых проектов в принципе. Как вы ищете, я примерно уже понял. А у кого-то есть еще, кстати, регулярный мониторинг трендов, спроса? Вот Вася смотрит, сколько обращений не по профильной тематике. Кто еще так делает? Все. Отлично. Да. Само смотрит на нас. Нужно просто собрать, да. Тут большинство того, что нужно руку протянуть и взять, но вот это действие, оно ключевое. Значит... Мониторите ли вы какие-то, не знаю, посещаете конференции, смотрите технологии, что можно такое сделать? Смотрите кейсы коллег и думаете, не сделать бы это? Или это рождается изнутри всегда? Про Тринет я понял, да. Мониторим ситуацию. Ну, вообще невозможно не мониторить ситуацию. Хайпы догоняют. Они как бы вламываются в твое информационное пространство и оставляют там следы. То есть я не представляю себе ситуации, как предприниматель, тут же все предприниматели, да, люди как раз, вот как ты сказал, которые запускают что-то, да, как человек может не смотреть в окружающий мир. А если ты хотя бы одним глазком смотришь в окружающий мир, на тебя падают тренды каждый день. Вопрос, интуиция или система? Интуиция понятна. То есть я хожу-хожу, и критическая масса набралась. Да, Никита. А система – это регулярный мониторинг чего-то и аналитический вывод? Вот у нас система работает следующим образом. Идеи появляются постоянно. Но идеи, мы знаем, ничего не стоят без реализации. Поэтому у нас есть очень простой принцип. Все идеи, которые ребята там нашли где-то, увидели в интернете, подсмотрели у конкурентов, мы выявили в ходе там внутренних штурмов компании. Все это складывается бережно в такой, ну, мы называем его отстойник, и они там хранятся. И мы себе запрещаем категорически стартовать что-то, что там не отлежалось. Через 3 месяца смотришь на идею, она такая глупая. И так все время. Это позволяет не начинать неперспективные проекты и внимательно вот, фильтровать все, что происходит, накапливается в компании. Один из вариантов фильтра, да? Тринет, насколько я по ответу понял, прогоняет через экономическую модель сразу или тоже через какое-то время? Там Довжиков нагенерил этих идей. Отсматриваем, считаем. Главное же преодолеть долину смерти при запуске проекта. Сразу же не очень понятно, когда она закончится, да? То есть если 2 месяца, понятно, а вдруг она 8? На основе нашей экспертной оценки. Хорошо. Нет? Ты просто подержать. Окей. Тогда смотрите, есть драйверы, которые стоят во главе компании. А ты ответь, я перебил тебе, Свет. Хотела тоже просто дополнить, что у нас получается, ну, то же самое, что говорят коллеги. Во-первых, идеи действительно догоняют постоянно. И я обычно делю в таком плане, если идея требует много ресурсов на старте, мы ее просчитываем, естественно, и начинаем думать. Да, там, ну, смотрим именно вот экономически, просчитываем финансово. Если идея... такая вот мне нравится, я не вижу до конца там экономики, то я ее держу в голове и пытаюсь синтезировать с тем, что есть. И из-за этого чаще всего появляется что-то вот новое, такое совсем другое и интересное.
Я просто хотел еще добавить про расчет бизнес-моделей. Ну, то есть, если бизнес-модель классическая, например, аренда акустического светового оборудования, можно посчитать. Но есть такая проблема, что когда что-то хоть чуть-чуть новое, хоть чуть-чуть оригинальная система, вот все, что мы считали, все проваливается. Все, ну, получается не так. Вообще все причем не так. Вот ни разу у нас попытка просчета, ну вот, например, я рассказывал про магазин будущих брендов, все пошло не так, все, что можно было. Вообще вся математика не сработала. С успешными проектами тоже идет не так? Не совсем. Дело в том, что все успешные проекты, они на самом деле выросли из тех услуг, которые существовали в компании и не развивались. То есть их бизнес-модель, она была уже проверена годами. И просто потом был сделан приоритет на эти услуги, они были вот выдвинуты как направление. То есть там не могло ничего пойти не так. Угу. Понятно. Да? Я как человек более процессный, скорее в первую очередь обращаю внимание на экономику, во-первых. А во-вторых, лично мне крайне важно, чтобы то, что мы делаем новое, никак не затронуло то, что мы уже построили старое. То, в общем, работает не трогай, и, наверное, это, несмотря на то, что мы достаточно активно развиваемся, наш путь – это скорее слияние. Это намного проще, потому что можно взять уже кем-то отстроенное и, немного изменив, получить более рентабельный, более готовый продукт, чем строить его с нуля самому. Мне кажется, коллеги готовы поспорить. Потому что прямо опыт поглощения других компаний есть не только у вас. И... Ну, мы просто не умеем их готовить. Мы просто не умеем их готовить, видимо, да. Мне везло, возможно, я не знаю. Три раза пробовал, три раза мне везло. Четыре. Четвертый везет опять. Уже повезло. Счастливый ты человек. Я хотел немножко дополнить, да, вот ту тему, что когда делаешь что-то абсолютно новое, риски так велики, черных лебедей столько, что посчитать что-то, ну, это обманывать себя. Там расчеты все нерелевантные. То есть как с этим можно бороться? Я люблю прототипирование, быстрый прототип. Да, если мы пытаемся запустить какое-то новое направление, новую услугу, давайте попробуем обкатать на одном клиенте. Вот тут и клиент подошел, и спрос есть. Давайте попробуем сделать. Посмотрим, что получилось. И дальше уже какую-то математику делать. Вот. То есть иногда можно просто брать и пробовать. И как бы даже не терять все деньги на этом. Угу. Никита затронул интересную историю про то, что стандартные бизнес-модели, которые просчитываются, у которых там есть уже на рынке опыт такого, и рынок более-менее созрел для этого, и вы туда выходите, они классически просчитываются, и можно сказать, да, это сработает, это не сработает. Новые просчитываются плохо, все с этим согласны. Ставите ли вы себе там какой-то табу на выход на вот эти вот новые рынки? Идете только на классические с проверенными моделями, или любите экспериментировать, или это не важно для вас? То есть выход такой в неизвестность, в новую нишу. Хайп, мобильное приложение. Да, мы туда же. Или там SEO действительно пользуется спросом, у нас этого нет, и мы возьмем такую компетенцию. Есть ли приоритетность внутри, или вы не обращаете на это внимание совсем? Наверное, я отвечу. Но, во-первых, я надеюсь, всем известен график хайпа, когда сначала идет резкий подъем, потом спад, все расстраиваются, что это не работает, и потихонечку идет дальнейший рост. Вполне логично, что можно подождать, посмотреть, есть ли этот дальнейший рост или нет, и после этого туда уже идти. Или не идти, собственно, если его нет. Хочется ли быть пионером первым? Слишком велики риски, наверное. Окей, да. Другой вариант — оценивать объем инвестиций. Если этот объем инвестиций не очень большой относительно, да, других проектов, то этот риск можно брать на себя и смотреть, что из этого получится, и дальше итерационно доинвестировать при успешном росте. Можно немножко усложню вопрос? Вот и про выход на какой-то новый рынок. То есть все-таки непонятно, можно выйти на рынок другого города, можно выйти на рынок федеральный, можно выйти в другой ценовой диапазон. А вот тот пример, который ты привел, в принципе, оба примера, они, это традиционные модели, просто другие технологии. Более того, те же приложения, вот про них несколько раз упоминали, вот в нашем случае обычно приложение – это просто еще один интерфейс для доступа к какой-то корпоративной IT-системе. Например, клиенты могли заказывать через сайт, теперь могут заказывать через приложение. Мы в обоих случаях оказываем услуги заказной разработки. То есть все традиционно. Но почему-то там несколько раз приложения прозвучали в плане, что не взлетело. Ну, есть ощущение, что как бы ни у кого особо не взлетели, и все, в общем-то, пришли к тому, что делают адаптивную верстку, и это покрывает абсолютное большинство задач.
Хорошо. Давайте я немножко по-другому поставлю вопрос. Помнится, у Гугла есть 25% времени у разработчиков, когда они могут делать собственные там, сайт-проекты. Они могут что-то придумать, это остается в рамках, это какое-то новое начинание, если оно выстреливает, технологию там, или идею подхватывает. Есть ли у вас, не знаю, бюджет на эксперименты с новыми направлениями? Или там, время сотрудников, или вы стимулируете сотрудников, чтобы они пробовали что-то новое? А можно я в этот раз да. микрофон попробую еще раз влезть? Ну вот смотрите, сколько процентов поискового рынка принадлежит Гуглу? Не помню на память. Ну, допустим, 60%, ну, к примеру. И, в принципе, понятно, то есть они выгребли вот там свою какую-то базовую бизнес-модель, и нужно искать какие-то другие модели. Угу. Вот в случае большинства компаний в нашей области, когда вот есть рынок, на нем 6 тысяч компаний, суперфрагментирование, никто ничего не выгреб. Идея поиска других бизнес-моделей, она, конечно, немножко... Сомнительно. Сомнительно. Окей. Вот поддержать хочу Никиту, не часто так бывает, а вот сейчас хочу поддержать. Действительно, как бы бизнес – это про зарабатывание денег. Да? Там, ты умеешь что-то делать хорошо, ты заработай сначала денег хорошо на том, что ты умеешь делать хорошо, а потом начинай играть в какие-то игры. А нет, в Астре нет времени, выделенного на сайт-проекты. Его, наверное, никогда и не будет. Ну, разве только если Астра не станет своим Гуглом, да, в этом направлении. И ровно потому, что Google сделал продукт, тот продукт, который позволяет ему финансово играть в эти игры. И более того, у него есть необходимость в эти игры играть, потому что, собственно, свой рынок они съели. Вот, Астра не находится в такой ситуации. Я боюсь, что никогда не будет находиться в такой ситуации. Поэтому такой политики не будет в Астре никогда. Как твой концепт укладывается IM Pro, в который ты не верил, вы его начали, это был сомнительный проект? Это не проект Астры. Ну, в смысле, это не направление деятельности Астры. Вообще говоря, для Астры это не что иное, как просто маркетинговый инструмент и канал. Вот. Ну, то есть мы могли бы продвигаться через... Вложиться в Директ? Да, а? Вложиться в Директ, а мы вот вложились в IM Pro. Угу. Костя. Ну, это не какой-то там инновационный проект сторонний, вовсе нет. Я дополню, что разработчики занимают в проекте, может быть, там процентов 40-50 всего времени, и для того, чтобы им выделить это время, необходимо тогда увеличить стоимость проекта процентов на 15. И мы можем оказаться вне конкуренции с нашими коллегами. Угу. Давай. Можно я еще добавлю немножко горькой правды? Ну, предположим, у нас есть веб-студия. И у нее, ну, давайте какие-то гипотетические цифры с потолка. Оборот 10 миллионов рублей в месяц, из которых, например, там 2 миллиона чистая прибыль, и 500 тысяч компаний может осознанно, целенаправленно вот реинвестировать либо там в развитие себя, либо в какие-то инвестировать новые проекты. Эта модель понятна. Часто бывает так. В компании там 5-6 человек, 28 число, денег на зарплату нет, но мы пилим стартап. И вот это прям реально странно. Это происходит постоянно. Зарплату стартапами выдавать. Да. У нас есть практика, когда приходит сотрудник и говорит, я придумал классную идею, давай попробуем ее сделать. И давайте говорить откровенно, если ему удастся меня убедить в том, что это действительно круто, мы действительно попробуем это сделать. Пока что был такой один случай. Не взлетело. Один раз тебя убедили и не взлетело. Угу. У нас часто бывает обратная ситуация, когда я прихожу к сотрудникам, говорю, меня тут посетила гениальная мысль. Ну, вот они мне говорят там в пятницу, например, подожди до понедельника, если она не прекратит быть гениальной, то попробую. Вот. Но на самом деле это один из вариантов, потому что много идей возникает, и специально выделенного какого-то бюджета, времени, еще чего-то у нас заранее заложенного тоже нет. Ну, как правило, если становится вот действительно интересно, кажется, что это может взлететь, то мы делаем тестовую версию, пробуем. Вот, ну, как правило, да, это там по приоритетам не самое первое. Ну, в общем, кто загорелся, тот ищет единомышленников, мы остальные помогают и пробуем. Ты еще добавь, давай. Да, я еще хотел добавить про немножко специфику работы вот в продуктовой разработке, в том же Гугле. Пример, который был приведен, и в агентстве. В чем разница? В продуктовой разработке тот же дизайнер или разработчик, он пилит что-то одно. Долго, планомерно, иногда годами.
И это классно, потому что ну, очень интересно углубиться в один проект. Но есть и минусы. Иногда это бывает скучно. И еще в конце не будет портфолио, не будет, будет один какой-то гигантский кейс, который, может быть, нельзя будет показать. В агентстве проектов все время много. И, в общем-то, люди, у них и так через неделю новый проект, через неделю еще один новый проект. Он обычно клиентский. Но вот в агентстве все-таки нет такого, что программист заскучал, и ему обязательно нужно 20% времени пилить что-то другое. Даже там, наверное, все-таки, если быть до конца честным, то пилить не что-то свое, а что-то другое. Отлично. Да, там, в рамках, да. Последний год без перерыва. Так что мне кажется, что ну, нет такой проблемы. Хорошо. Все запускали новые направления, но все время нам говорят, что, ребят, это не тот путь. Мы же на рынке веб-студий, там же нужно долю увеличивать, это же все просто, но сами запускают. Хорошо, допустим, мы решили запустить такой проект. Насколько близко он должен лежать к вашей основной, к вашему основному бизнесу? Ну или следующим вопросом таким дополняющим. Какие ключевые компетенции нужны, чтобы вписаться в этот проект, должны быть внутри компании? А что можно... Чему можно научиться, что можно аутсорсить или взять с рынка, по вашим ощущениям? Все зависит от желания рисковать. Если не нужны риски, то как можно ближе. Если компании любят погорячее играть, то ну, просто если это далеко от основной бизнес-модели, шансы ошибиться, они могут быть очень велики. Потому что другие бизнес-модели всегда выглядят привлекательно. Вот мы сейчас ремонтировали офис, я всегда думал, что строительные компании, рынок ремонта – это прекрасно по сравнению с веб-разработкой. Как только я в эту зону окунулся с головой – нет-нет-нет, это кошмар. То есть чем ближе к твоему основному бизнесу находится там, новый проект, тем меньше рисков. Так, Свет. Ну, у нас был и остался, в общем-то, есть еще интернет-магазин, да, кто-то в курсе, вот, и это как раз вот была тематика абсолютно далекая, хотя, казалось бы, ну, что, сайты мы делать умеем, реклама тоже, сейчас мы это все запустим, и все взлетит, но на самом деле вот тут оказалось... Все очень непросто, и я лично быстро поняла, что мне неинтересно самой этим заниматься, поэтому это направление у нас какое-то время жило, ну, так как дополнительное, потом мы его выделили вообще отдельно, и сейчас оно существует само по себе, да, и, в общем, я уже даже не считаю, что оно относится напрямую к моему бизнесу, там есть отдельный руководитель, и все живет отдельно. То есть, на мой взгляд, здесь должен быть, все-таки должно быть большое пересечение интересов не только на старте, но и каких-то компетенций, того, что ты можешь дать дальше этому бизнесу. То есть если становится, он тебе не интересен, вот ну, с точки зрения только денег, я не знаю, у меня, например, не получается. Угу. У меня есть ощущение, что есть некая запутка. Так. Вот. Мы говорим о запуске новых направлений компанией, не очень уточняя, что такое компания. То есть люди, которые организовали какой-то бизнес, они хотят организовать другой какой-то бизнес. Ну и неважно, насколько близко он лежит к тому, если они серийные предприниматели. Таких людей знаю довольно много. Вот. Это не то же самое, что запускать новое направление компании. Или есть команда людей, которая сейчас вот пилит веб-разработку, вот теми же людьми мы будем пилить мобильную разработку. Например, да, это другая ситуация, не очень хорошая. И чем дальше от их текущей компетенции, тем хуже. Вот. А еще можно сказать, что мы под тем же брендом запустим что-то другими ресурсами, что-то принципиально новое. Это третий расклад. Ты про какой расклад спрашиваешь? Я говорю, я не знаю даже, к какому отнести, я говорю про компанию, но с точки зрения, наверное, собственника и драйвера, который ее основал. У него есть команда там, условной разработки, если мы про разработку говорим. И тут ему приходит в голову запустить новое направление. И он смотрит, у меня есть там два руководителя, один руководитель программистов, другой руководитель продажников, там менеджеров, РПшников, еще кого-то, и я. И вот у нас в компании наличествуют вот такие компетенции. Первая история. Насколько близко должно быть новое направление к тому, что мы уже умеем как компания, какие компетенции есть у руководства и у сотрудников. И второе, ну да, насколько близко по бизнесу. И второе, какие компетенции есть у меня, чтобы стартовать новый бизнес. Хватит ли мне их, или я могу какие-то некритичные компетенции взять или получить в процессе. Вот что критично, что не критично. Вот смотри, прям два кейса вот из Астровской истории. Там первый, вот, который мне рассказывал, школа LimePro. Мы поняли, что Астре надо
да, и Astra как организация будет такую штуку запускать, хотя не под своим брендом, отдельно, и будет вовлекать других людей, привлекая людей с рынка, хотя рынка нет, мы готовы по этим граблям ходить, потому что Astra не надо. И в отсутствии компетенции вы просто взяли это заново, да, и начали вот с нуля это все делать, понимая риски, понимая, как мы будем минимизировать финансовые потери, если что, то есть вот закладываясь на это, и все пошло не по плану, так же, как, собственно, Никита говорил, все по-другому происходило. Компетенция по управлению сохранилась или управление тоже было другое, менеджмент нет? А мы, там на слайде было написано, мы наняли руководителя и взяли стажеров ему. То есть вот прям... То есть вообще все со стороны? Да, да. Мы выступали как бы для этого бизнеса в роли как бы заказчика, что ли, да. Мы понимали, что надо с нашей точки зрения рынку, куда его надо развивать. И вот, вот такой бизнес хотим, строите нам его. Вот. А... Это первый кейс. Да. Второй кейс у Astra, вот не у Astra на самом деле, а существует такое направление, которое занимается полиграфией, печатной продукцией, всякой пластиком там, и так далее. Называется «Обгони». Вот. Они живут вместе с нами, там те же учредители. И мы с этими ребятами пересекаемся в коридоре, на общих собраниях кушаем вместе пиццу. Вот. Это вроде как тоже отдельный бизнес, очень далеко стоящий от агентского бизнеса, но который организовали те же люди, которые организовали нашу компанию. Но он с вами не пересекается, это капитал, да? Ну, время от времени они к нам приходят за дизайном еще, а мы к ним приходим за визитками. Как они приходили бы за дизайном какой-то другой студии? Да, да, да. Вот. Как бы совсем другая тема. И там третья тема – это выделение направления брендингового, например. Да, вот. Вот мы делали дизайн, осознали, что мы делаем в том числе и брендинговый дизайн, мы делаем айдентику, а давайте мы теперь это будем делать по-умному. И это становится частью бизнеса Astra, это очень близко к тому, что мы умеем делать, и вот такие как бы отпочкования новых направлений, они не могут лежать далеко, в принципе. Уже должны быть какие-то компетенции, там 80% ключевых компетенций должны быть уже внутри компании, чтобы это запускать. То есть АМПРО не бизнесовый кейс, и так можно делать, экспериментируйте, пожалуйста. Если мы говорим про коммерцию, про бизнес, то это близко и с ключевыми компетенциями внутри. Угу. Вот Ярослав у меня снял уточняющий вопрос. Кому ты обращаешься, к компании, в смысле компании, или к человеку, предпринимателю? У меня есть опыт и там, и он, в общем, коррелирует с опытом коллег. Там, где компания, скорее всего, все было хорошо, и сейчас все работает нормально. А там, где я как человек выступал, предприниматель, и шел в сферу, в которой я абсолютно некомпетентен, все заканчивалось крайне грустно, и направления закрывались достаточно быстро. Но они были не связаны с текущим бизнесом никак вообще. Угу. Это был абсолютно офлайн, и, к сожалению, не вышло ничего. Хорошо. В нашей компании, если мы говорим про внутренние проекты, то мы сразу же отделяем группу под конкретный проект. И на примере ЕЛА мы ее не то что отделили, мы ее вывезли вообще в другой бизнес-центр, чтобы разработчики не пересекались и менеджеры не пересекались по решению задач. Но это были сотрудники изнутри, то есть вы взяли их и поставили на новый проект? Да, частично взяли из текущей компании и привлекли. То есть тоже ключевая компетенция была внутри. Люди, которые умеют, не знаю, управлять, ставить процессы, они пошли в новую компанию и сделали это. Хорошо. Вопрос из зала. Кто-нибудь открывал направление Bittrex24? Есть ли опыт такой? Не было, стало, успешно, неуспешно? Все замолчали. Мы оказываем услуги по Bittrex24. Пока что это не является отдельным направлением. Это идет как услуга в рамках 13 Development. Это не направление, просто там, да, окей. У Bittrex шикарные условия партнерские по Bittrex24. Это лакомый кусок для агентства. Вот, мы давно присматриваемся к этому бизнесу. И даже есть какие-то пресейлы на эту тему. Но в фокусе не находится, к сожалению. Хотя, наверное, это упущение. Бодрова нет, это он виноват. Вот, все. Нет, тут не для того вопрос, чтобы сказать, открывайте срочно направление Bittrex24. Есть компании, которые не разделяют у себя. Есть сайты, есть Bittrex24, и это все общая разработка, условно, да. Есть компании, которые отдельно выделяют направление Bittrex24, и оно там по разработке немного пересекается, но тем не менее это другие менеджеры по продажам, условно, это другие процессы и все другое. Вот скорее к этому вопросу я догадываюсь. Ну, у нас, когда была веб-студия Bittrex24, было вот как раз те же разработчики, по сути, почти те же менеджеры. Вот, а довольно сильно отличается направление от того, что есть на сайтах, это, ну, очевидно и понятно. Вот,
Ну, когда закрывали, соответственно, студию полностью, была мысль оставить 24 направления и развивать его в том числе, но потом все-таки решили, что нет, просто вот, ну, текущих на тот момент ресурсов не хватило бы на оба направления, поэтому закрыли вместе с сайтами. А так, да, в принципе, было. Ну, вот я как раз, если на эту тему, и поясню, почему оно сейчас не в фокусе, потому что направление, на мой взгляд, разработки внутренних порталов требует отдельного фокуса. Действительно, определенная организация работы, определенного подхода и к пресейлу, и к дальнейшему менеджменту. То есть, чтобы делать это хорошо, а либо хорошо, либо никак, надо все-таки сфокусироваться на этом и выстроить некую бизнес-структуру внутри. Ну, в нашем понимании. Поэтому, наверное, я пока вот пальчиком так и верчу. Но мы созреем обязательно. Вот развиваем. Считать публичные оферты или нет? Ты не говорил. Я не коммерческий, поэтому я не могу этого делать. Он, если он подтвердит, значит считать. Вот развивая мысль Ярослава, это абсолютно другая отрасль, на самом деле, не очень смежная с разработкой, хотя бы потому, что она требует других компетенций. Можно иметь в штате хороших разработчиков, которые ничего не понимают в бизнес-процессах, компании, которые они внедряют в Bittrex24, и после этого очень серьезно облажаться на простом внедрении совершенно. И наоборот, можно иметь хороших бизнес-консультантов, которые прекрасно понимают, как и что должно работать, и за 2 часа найти компанию, которая тебе реализует ПТЗ, тот нужный кусок функционала, которого там нет. У тебя разделено? Пока нет. Хорошо, общий смысл я понял. Так, вопрос к Никите про агентство 1.0 и агентство 3.0. В чем принципиальная разница? Там были отделы, я так понимаю, что внутри, а здесь там зонтичный бренд и... Ну, это в нашей системе, то есть это не системная классификация какая-то, да, но версия агентства 1 – это когда все услуги смешаны внутри компании, никак не выделены, все делают все, ну, такая классическая студия агентства 10-летней давности. 2.0 в нашей системе – это когда каждое направление брендировано, работает отдельно. И продвигает в том числе себя само, то есть полностью самостоятельная компания, боевая единица, зачастую даже с отдельным офисом. 3.0, когда все это работает на синергию одного бренда, и мы используем зонтичный бренд. Вот такая история. Угу. Хорошо. Если нужно конкретизацию по вопросу, то мы потом к Никите в кулуары можем подойти. Давайте ближе к финишу, и у меня есть 2 финальных вопроса. Первый. Вспомните, пожалуйста, при открытии новых направлений ошибки, которых вы сейчас не совершили бы, делая это? Там 1-2 вот так вслух. Ну, я бы намного серьезнее думал, прежде чем запускать какие-то новые проекты, и все-таки все время задавал бы себе вопрос, а хорошо ли мы отработали то, что есть, прежде чем начинать что-то новое. И если начинал бы что-то новое, то, опять же, учитывал бы эффект масштабирования. То есть, если у вас уже есть какой-то там худо-бедно работающий бизнес, наверное, нет смысла, особенно, кстати, если он маленький, да, нет смысла запускать что-то еще маленькое. Имеет смысл запускать что-то, что может иметь как раз вот тот самый, ну, эффект масштаба, только в положительном смысле. В общем, не обязательно много перечислять, да. Смотрел бы на те бизнес-модели, у которых большие перспективы роста. Угу. Я думаю, так или иначе, сейчас все будут говорить, что нужно просто было лучше думать, и сейчас я буду делать это лучше. Ну давайте, кто готов сказать, что нужно было лучше подумать, или 7 раз подумать, или тот пропустит. Что-то, что вы делали, но делали зря, например, этого не нужно было делать, а нужно было поступить сразу вот так. Я бы сказал, что у нас были сложности с кадрами, именно с топ-менеджерами, которые могли бы возглавить то или иное направление, и мы рассчитывали, что справимся своими силами, в итоге распылялись. То есть вы не ставили руководителя проекта сильного топ-менеджера, а нужно было сразу? Да. Так. Да. Я немножко в затруднительной ситуации, потому что я не могу говорить о том, что бы я сделал не так, запуская там в Астре, потому что я не владелец и даже не генеральный директор. Но ты видел процесс. Во-первых, я видел процесс, а во-вторых, у меня есть опыт личный, и вот я, наверное, больше о личном опыте хочу сказать, чего я не делал из того, что я делал раньше. Я бы ни за что в жизни не начал запускать какие-то там направления, бизнесы, идеи без человека за спиной, который будет такой гирей тяжелой. Вы говорите, денег нет, или там, это не взлетит. Вот. У нас такой бот есть.
У нас бот такой есть, можно написать. Бот, это замечательно, да. Вот его либо сюда надо посадить, либо физически напротив себя. Нет. Вот. И вот без такого человека, понимая, что я действительно там фантазер, там человек, который постоянно смотрит за горизонт, обязательно нужен кто-то, кто будет здравый смысл вносить. Человек-реалист. Да. И даже пессимист желательно. Я не стал говорить человек-пессимист. Да. Вот. Вот это, то есть на самом деле... Что-то такое придумав, лучше всего, если запускать, запускать его в команде, где люди очень разные. Вот прям есть там эта ПАИ-матрица по Адизесу, да, вот чтобы все функции были сбалансированы. Вот если такая команда есть, то многие вещи могут взлететь, вот, а если там фантазер что-то запускает, то вероятность очень низка. Угу. Но у меня из ошибок то, что мне кажется, что бы я сейчас уже делала по-другому, да, это... чуть больше, точнее нет, чуть детальнее прописывать процессы на старте. Мне кажется иногда, что, ну, мне все понятно, сейчас оно взлетит, а, как правило, тем, кому я это дальше делегирую делать, это не так очевидно и не так понятно. И вот это вот именно мое видение, как оно должно все-таки взлететь и что надо сделать для того, чтобы оно взлетело. Вот эти вот моменты я сейчас уже прописываю гораздо подробнее, точнее. Вот, и поэтому оно взлетает чаще и лучше. Вот, и похоже на то, что вот говорит Ярослав, важно, чтобы в команде были люди, которые отличаются. Вот у нас, ну, большинство людей так складывалось, что оставались, да, ну, приятно работать с комфортными людьми, и, в общем, такая команда складывалась в основном, что люди были достаточно похожи. И вот очень важно, чтобы был кто-то, кто мыслит не так, кто мыслит по-другому, и это прям дает сразу большой толчок и старт. Хорошо. Тогда финал, друзья. Вы руководитель, там, собственник компании, вам даже представлять не нужно. Условно, я прихожу к вам с новым проектом, у меня горит. Значит, я могу быть оптимистом, там, фантазером или человеком, который все просчитал, и я приношу вам какой-то проект и пытаюсь вас убедить. Говорю, друзья, вот есть такая потрясающая идея и новый проект. Я уверен, что все получится. Дайте мне какой-то чек-лист или задайте мне несколько вопросов. Я не отвечу, наверное, прямо на них сейчас, но чтобы мы держали их в голове, которые нужно задать и на которые нужно получить ответы перед тем, как лететь с этим проектом. Это просто. Это очень простой вопрос. Потому что есть как бы много опыта, во-первых, когда приходят гениальные ребята с гениальными идеями. Честно, никого не забрали в команду пока что, но смотрим довольно часто. Вот. А во-вторых, поскольку есть еще собственный опыт, ну, становится легко отвечать. Ну, первый вопрос, что ты собираешься делать? Вот если ты не можешь описать свою идею, да, там, простыми словами, чтобы понял я, а лучше бабушка твоя. Шестилетнему ребенку, да. Да, да. Если ты не можешь объяснить свою гениальную идею просто, значит, она не такая гениальная. Что ты собираешься делать? Это первый вопрос. Второе, для кого ты это собираешься делать? Кто те people, которые это будут хавать? Просто назови мне конкретных людей, чтобы я сказал, да, я таких знаю. Ну, пожалуй, вот Сергей из второго подъезда. Не-не-не, вот как бы Сергей из вторых подъездов 30-40 лет, в северо-западном которые... регионе. Окей, да. Вот. Ну окей, да, ладно, им это подойдет. То, что ты описал, действительно похоже на правду. А сколько это потребует денег, чтобы начать работать? Покажи мне финансовую модель. Ну и вот только после этого, собственно, я же фантазер. И все такое. Я же тоже фантазер. Да, поэтому только после этого вопрос, а где здесь деньги? Вот, где мои здесь деньги? Да. Вот если ответы есть, можно разговаривать и обсуждать. Что если ты собираешься делать? Для кого ты кому собираешься это делать? Да. И какая надо, финансовая модель сделать, да, в этой истории? И где здесь мои деньги? Хорошо. Я бы посоветовал оценить риски. Курсы валют, какие-то внутренние факторы, внешние факторы могут повлиять на всю бизнес-идею за буквально один день. Второй пункт – это маркетинг, каким образом он будет выстраиваться, где будет целевая аудитория. И третий – это продажи. Продажи? Как? Продажи, как… Какой канал, как, через какую какая модель? Будет монетизация. Uh-huh.
Ну, я бы, конечно, обсудил всю эту систему, вот как вы рассказали, после этого поместил бы ее в тот самый отстойник, и мы бы встретились через месяц-полтора, чтобы поговорить об этом еще раз. Я только хотел немножко добавить вот к фразе Ярослава о том, что описание должно быть простое, чтобы мы его поняли, да, эту бизнес-идею. Ну, вот мне кажется, что вот это немножко изменилось, потому что бизнес-модели и, в принципе, позиционирование компании, которая описывается очень просто, как, например, там у Диснея. Маркетологи все время приводят пример. Что вы делаете? Уолт Дисней ответил бы, мы делаем людей счастливыми. Вот мне кажется, что такие бизнес-модели и вот такие простые описания компании, они как бы ушли в прошлое, зачастую бывает, нет, что... Я уточню, я, наверное, просто не очень понятно выразился. Я не сказал коротко, я не сказал одной фразой или слоганом. Окей, я сказал понятно. Вот это все важно. Понятно. Потому что иногда бывает, что процесс, который вот устроен в компании, и способы монетизации, они такие хитрые, что в них надо разбираться, допустим, там 40 минут. У меня есть такой опыт, у меня есть несколько знакомых, которые приходят с таким вопросом прям вот регулярно. Одна знакомая, как сама говорит, раз в полгода ее посещает мысль, что надо бы. И она постоянно приходит, придумывает какие-то идеи, а вот я хочу. И обычно все, вот прям до даже тех вопросов, которые вот перечисляли коллеги, все останавливается на вопросе «зачем?». Зачем тебе это? И она, как правило, начинает, ну вот потому что я вот там вот сделаю вот, а вот еще и вот, и очень быстро понимает сама, что она не будет просто полноценно этим заниматься. И если нет вот этого внутреннего, что я готова вложиться туда, вот потому что у меня горит, то, ну вот как драйвер, да, пока это твой бизнес, пока он маленький, если у тебя нет за спиной огромной армии ресурсов, оно не взлетит, пока ты туда своей энергией его не протолкнешь. Вот. И на вопросе «зачем?» это прям вот прекрасно сразу, то есть «а зачем тебе это?» И вот если там начинается что-то, ну, может, там вот что-нибудь когда-нибудь, и это сразу слышно. Ну, слышно, видно, да, то есть она сама понимает, что нет, вот это вот не та идея, которая ее зажигает. И второй вопрос я обычно спрашиваю про деньги, да, тоже про деньги, и не с точки зрения, где ты их здесь видишь, а если у тебя денег нет, вот что ты можешь сделать? Что ты можешь сделать в этом направлении бесплатно? И если выясняется, что даже вот эти первые бесплатные шаги в эту сторону человек сделать не готов, ну, в общем, тоже все становится понятно. И вот когда, как только доходит до того, что надо что-то попробовать делать, половина бизнес-гениальных бизнес-идей сразу же пропадает, ну, из серии «да нет, делать я это не собираюсь». Так что вот два вопроса – зачем, и если денег нет, то как? Ну, все. Угу. Вопрос «зачем?» появляется не только в разговорах там, мужчин среднего возраста. Да? Помните эту историю? С возрастом появляется вопрос «зачем?». В разговорах компании, которые достигли какого-то возраста, тоже появляется вопрос «зачем?». На самом деле есть еще один классный вопрос. Что ты хочешь от меня? И коллеги почему-то не обозначили его в разговоре, а, по-моему, надо с него начинать. Одно дело, когда ты хочешь запустить проект сам, и от меня требуется, я не знаю, поддержка моральная и консультация – это одна история. Ты молодец, и, конечно, запускай. Хочу тебе вперед. А другое дело, когда ты хочешь взять денег или команду, или какие-то другие ресурсы, и тогда вопрос, на каких условиях, что мы будем делать с этим, и дальше вот те вопросы, которые были озвучены, зачем, что будешь делать лично ты, если денег нет или денег не хватает, как, и считать все вот это. Но, по-моему, начать надо все-таки с вопроса, что ты хочешь от меня. Да, спасибо. Ну, то есть начинать разговор с вопроса «ты что пришел?», да? Но вежливо. Практически так, но вежливо. Мне первый вариант нравится больше. Что ты хочешь, чтобы сделал я? В моей версии это обычно «чем я тебе могу помочь?». Вообще очень вежливо и обычно сразу снимает все остальные вопросы. Смысл сохраняется. На самом деле, смотрите, половина вопросов, которые коллеги озвучили, это такой разговор с собой вообще. Не нужно идти никакому руководителю, можно задать эти вопросы себе. Выписать себе чек-лист, зачем я это делаю, для кого я это делаю, что я хочу от своих коллег для того, чтобы там, проект взлетел, и как я буду двигаться к этой цели. Положить это условно в какой-то... резерв, скажем так, не очень нравится слово, когда что-то отстаивается долго. В какой-то резерв, оно полежит там месяц, полтора, два, три, у каждого какой-то свой срок, и потом посмотреть на эту идею свежими глазами. Я благодарю спикеров. Спасибо вам, друзья, большое. Мы посмотрели на несколько совершенно, мне кажется, ну, где-то в чем-то похожих, а иногда совершенно не похожих кейсов. У кого-то получалось идти по стандартной модели, кто-то рассказывал про модели совершенно неинновационные, и
Мне кажется, что не получилось однозначного ответа. Вот если бы я там, после этого круглого стола или пяти стульев, да, принимал бы для себя решение, то готового рецепта, как нужно открывать новые направления и что с этим делать, 100% я не знаю. Но есть большое количество рекомендаций, которые сегодня от коллег прозвучали. Если мы не услышали их достаточно детально, то я предлагаю сейчас идти на кофе-брейк и задать коллегам персональные вопросы. А сейчас аплодируем. Большое спасибо. Да. И у вас в мобильном приложении, к слову, есть такая штука «Оценить спикера». Вот и как спикера, и как ответчика на вопросы. И эта обратная связь будет полезна и нам, и коллегам мы расскажем. Спасибо, друзья.